25 июля по 7 августа в деревне Лапино пройдет заключительный этап международного проекта «Семь струн русской души» – летняя школа «Русская гитара 2021». Проект направлен на популяризацию игры на русской семиструнной гитаре как значительной части русской культуры. Для молодых гитаристов это возможность ближе познакомиться с самим инструментом, русским стилем игры, а также богатым и разнообразным репертуаром русских гитаристов-композиторов.